Итак, в строке адреса нажимаем на две кнопочки АА с левой стороны. Выбираем «Перевести на русский язык». Вот у нас страница уже переведена на русский язык. Жмем кнопку «Пожертвовать». И перед нами табло, где мы можем выбрать одноразовый, еженедельный и ежемесячный перевод. Что это значит? Что вы можете один раз пожертвовать, вы можете поставить фиксированную сумму на еженедельное пожертвование или на фиксированную сумму на ежемесячное пожертвование. Минимальное пожертвование – это 5 евро. Нажимаем «Следующий». Здесь, в этом поле, вы можете писать свое имя. Не обязательно писать свое настоящее имя. Можно писать псевдоним, даже вот просто по одной букве. И обязательно жмите «Сделать пожертвование анонимным». Впишите свою электронную почту. Я здесь для примера пишу dh@gmail.com. И жмем на следующий. И вот мы пришли в поле, где вы непосредственно вписываете данные своей карточки. Номер карточки, месяц и год и код, три цифрочки с обратной стороны кредитной вашей карточки. И жмете кнопочку «Donate».